Струковском саду пройдет концерт фестиваля оркестровых музыкантов «Классика Open Fest». Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Концерт молодежного русского оркестра в рамках летней оркестровой академии и фестиваля оркестровых музыкантов состоится 4 августа в 18 часов. В составе оркестра студенты учебных заведений искусств Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Оренбурга, Самары и Тольятти. Вход свободный. 5 августа в Самаре проведут распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год, напоминает телеграм-канал городского департамента образования. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении. В случае обнаружения в заявлении неточностей необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с контактными данными, что указаны в заявлении. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян проконтролировал подготовку Центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы номер 10, пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. В новом центре будут вести прием 4 врача-онколога. Для своевременной диагностики раковых заболеваний будет поставлена современная медтехника, в том числе цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты. Пациенты смогут проходить курс химиотерапии в дневном стационаре. В новом подразделении больницы будут получать помощь более 250 тысяч жителей региона. Работы идут в рамках нацпроекта здравоохранения.